лукавая работа, чтобы людям сердце взволновать. Мало пьесу выучить по нотам, надо научиться колдовать. Надо понимать язык снежинок, записать, о чем поет копель, или вдруг на крыльях журавлиных полететь за 3-9 земель. Надо превращаться в медвежонка, на сосну карабкаться ворча, или трепетать травинкой тонкой у лесного чистого ручья. Тот, кто это знает и умеет, тот приносит счастье в каждый дом. Постарайся сделаться скорее добрым музыкантом, колдуном. Ансамбль юных скрипачей «Музыкальная шкатулка». Детская школа искусств номер 2 имени Ангелины Павловны Загвоздиной. Преподаватель Григорян Светлана Александровна, концертмейстер Лушенкова Галина Николаевна, Иоганн Себастьян Бах, песня.